Все мы родом немножко из детства. Во мне, наверное, это сильнее развито, чем в других людях, поэтому я все время играю во что-то. Покажу вам свои фигурки, покажу вам свои фантазии, если так можно сказать. И первое, с чего мы начнем, это вот такой читальный зал в библиотеке. Здесь у меня собраны все фигурки, которые занимаются чтением. Например, вот такая забавная фигурка. Лягушонка на черепашке. Мне нравятся фигурки лягушек и черепашек, а тут они объединились. Или такой совенок, который читал и задумчиво под книгой остался. Бельчата. Очень милые. Вот такой на горке книжек. Чем-то ассоциируется со мной, потому что я всегда читаю не одну книжку, а много, и что-то у меня всегда лежит где-то. Такой собачоныш. Зайчик, я его вам показывала. Недавно пришел с Алиэкспресса. Вот эти все фигурки я заказываю на Алиэкспрессе. Такой вот песик с котенком. Читающая белка. Еще один лягушонок. Что-то наверняка мне еще, насколько я помню, идет с Алиэкспресса, так что скоро добавится еще одна фигурка. Вот здесь у меня, например, такая полочка. А здесь мир ежиков. И, правда, здесь затесался один поросенок с лопаткой, потому что здесь у меня газончик, домики. Такие цветочки здесь тоже в интересных кашпо. И там всякие ежики. Они и здесь, и в других местах. Но здесь такая компания собралась, которая чем-то тут занята. Один ежик спит. А у него на животике лягушонок. Ой, то есть не лягушонок, а уличонок маленький. Так все мило. Когда у меня плохое настроение, они меня всегда поднимают. Достаточно посмотреть на весь этот сказочный мир, который создал своими руками, сразу чувствуешь себя немножко богом, и настроение поднимается. Есть такие отдельные фигурки. Лягушат, вот эти мне нравятся, которые несут горшочек с цветочками, у меня их две. Внизу просто такой лягушоночек сидит. Есть еще. Так, сейчас для этого придется походить по подоконнику. Вот такой черепашонок тоже несет цветочек. Вот там еще два лягушонка. И третий такой мечтательный очень. А эти сидят на листике. Вот эти тоже замечательные лягушата, мне нравятся. Они сидячие такие, не сидят на полочке. Они сидячие, а тут лежачие. Лягушонок. Тут у нас много всего. Всяких разных интересных фигурок, которые в свое время мне чем-то очень понравились. И даже чайник в виде коровки и наверху маленький коровенок. Есть просто статуэтки, которые чем-то привлекли. Вот такой, например, песик. Или вот такая вот, например, рыбка. Вот этого черепашонка мне прислали. Моя подписчица стеклянная, очень красивая. А рядом вот из белой глины, это, по-моему, мне говорили, что это в Литве делают там у них. Такое свое уже направление. Фигурки они такие маленькие. Очень аккуратно, красиво сделанные и, как правило, улыбающиеся. Заглянем сюда. Здесь тоже чайничек с котенком спящим наверху. Летающая корова. И там тоже еще одна улиточка. На полках, боюсь, пыльно. Кто спрашивал, как я все это убираю, ну, не скажу, что я прямо фанатею от уборки, поэтому пыль какая-то наблюдается. Здесь тоже фигурки ежиков, которые мне присылали. Совершенно замечательные, на полочке с камнями.
различными. Здесь же тоже такие птички. Красивая картинка отдыхающего под сиренью котика. Еще одна улитка. Тоже ящерка. Волшебная ящерка на камушке, на аметисте. Полочкой ниже вот такие тоже маленькие совершенно, но улыбающиеся, веселые существа. И здесь фотография мухи в позе тушканчика, так как она любит часто сидеть. Вот маленький лягушонок, например, но это брошечка. Такой вот. Так, передвигаемся. Тут у нас рыбка. Рыбка. Тема рыбок почему-то мне тоже очень нравится. Так, тут у нас мало фигурок. Тут у нас такие вот кролик и котик. Потому что у меня мой год рождения, он то год кота, то год кролика. В зависимости от того, вьетнамский это гороскоп, китайский или какой-то еще. Это такой кота-кролик. Так, где-то там в зелени спрятались тоже интересные фигурки. Такой толстенький поросеночек. И сейчас достану. Тоже улиточка совершенно замечательная на камушке. Надо их куда-то будет переставить. Я так иногда переставляю, потому что хочется на всех посмотреть. А тут смешная такая, как елочная игрушка. Но мне понравился такой совенок. Совенок это, конечно, не моя тема, но у меня есть парочку совок. Вот таких, например, среди различных глиняных вазочек. А здесь пониже опять всякие разные. Кролики, котики, такой маленький ангелочек, котенок там, вот такая вот чайка большая, есть еще маленькая чайка. Вот я вам по полочкам тут все показываю. Вот такое смешное изображение котика, который скушал рыбок, они у него теперь в животе плавают. И такой кабанчик, кабанчик-копитка. Вот в этом уголочке у меня над компьютером довольно много фигурок. Здесь темно, но думаю, что будет видно. Вот такой вот ежик милый с ягодкой. Кстати, ежи никогда так не накалывают себе ни яблоки, ни ягоды, как у нас показывают в мультфильмах. Это фантазия уже мультипликаторов. Здесь самые различные. Тут и стеклянные, и просто разные. Игрушечки, свистульки, вот эта свистулька, тут у меня такой смешной вороненок. Сегодня, кстати, приснился такой интересный сон, встретила птичку, которая такая дружелюбная, как будто бы она не птичка, а какой-нибудь щеночек или котенок. Когда ты ее гладил, она была очень милая. А когда ты начинал к ней относиться строго, она сразу показывала зубки и превращалась в такого маленького леопардика. Вот такие здесь тоже фигурки. Есть еще у меня такая вот фигурка Божьей коровки. Ой, так вот об это солнышко спрятаться, чтобы вам показать. Вот такая вот улыбающаяся. Вы заметили, что есть какие-то животные, изображения, фигурки, которые... В общем-то, нравится практически всем. Ежики, мне кажется, всем нравятся. Всякие вот божьи коровки тоже. Котики там. Здесь у меня такие есть тоже интересные. Это котик-шкатулочка. Здесь, если открыть, мы сейчас увидим ту самую птичку, которая мне сегодня приснилась. В виде брошечки. Только она была немножко похудее. Такая смешная. Там еще есть птичка. И еще улиточка есть. Уже ничего у меня только нет. Но это так интересно. На самом деле. И вот там еще всякие фигурки котиков.
кстати, о божьих коровках. Вот у меня еще есть такая, такое интересное такое 3D изображение коровки на картинке. Здесь висят эти шарики, которые я сняла все-таки с сумочки. Не знаю, куда их пристроить, пока они висят здесь. Тут у меня тоже такие интересные котики, кошечки и внизу. Один, который смотрит наверх, очевидно, хочет познакомиться вот с этой красивой кошечкой. А тут сидит, похоже, что-то на чихуашку. В горшке выглядывает. Это такая фигурка, которая может одеваться на край горшка. У нее есть такие специальные там разрезики. Иногда трудно понять, почему выбираешь ту или иную игрушку или фигурку. Ну вот просто смотришь на нее, и у тебя поднимается настроение. Кошка-охранница. Это такая спящая кошка. Иногда прямо все шарахаются, она размером практически с настоящую кошку, и думают, что так оно и есть. У кого зрение примерно как у меня. Вот, а здесь такой вот еще есть спящий котенок на палочке, довольно большой. Ну вот примерно такие я вам показала волшебные места своего дома. Тут у меня аквариум, тритончики. Уже пора опять чистить стенку. Очень зарастает зеленым передняя стенка. Тритончики тоже волшебные. Вернее, правильно их называть аксолотли. Ну вот, надеюсь, немножко повеселила вас. И настроение у вас теперь будет получше. Хорошего вам денечка.